одеваемся, одеваем шерстяные носки, в которых даже в носках в таких мерзнут ноги. Уже привычное обмундирование, но и оно не спасает от холода, признается Наталья. Поэтому обогреватель в квартире работает практически круглые сутки. Проблемы с отоплением здесь начались с середины января. С тех пор отметка на термометре не поднимается выше 16 градусов. Я звонила полтора месяца и в ТСЖ, и в администрацию, и в ГЖИ. Тепловики говорят, мы даем отопление до дома, дальше ТСЖ. ТСЖ говорят, тепловики убавляют отопление, у них норма. И вот такой замкнутый круг. А это уже счета в квитанциях. За однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр Наталья вынуждена платить больше 2000 рублей. И это только за отопление. Кутаться дома в теплые вещи вынуждены больше 400 оренбуржцев. Жители двух корпусов дома 144А по проспекту Победы. Я так день и ночь сижу, как говорю, я не могу. Холодно. Эх, не было. Я говорю, я с 86-го года живу в этом доме. У меня больничные есть. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот, пожалуйста. Полмесяца я работаю, полмесяца я лечусь. У нас очень холодно. Такого никогда не было. В комнате 16 градусов, а на кухне вообще там 14. Но у меня тоже постоянно горит этот обогреватель. Вы тоже звонили, обращались в ТСЖ? Конечно, звонили мы. Звоните туда, звоните сюда, звоните туда, звоните сюда. Вот ко мне лично ни слесарь, никто не приходил. В управляющей компании «Солидарность» уверяют, о проблеме знают. Специалисты постоянно контролируют подачу тепла. Однако состояние дома вызывает множество вопросов. Дом далеко не новый, ему порядка уже больше 40 лет. И, конечно, когда раньше строились дома, ни о каком утеплении речи быть не могло. Плюс ко всему, управляющая компания «Солидарность» на этом доме с 1 июня 2020 года. То есть мы еще меньше года как управляли. Это наша первая зима. Изначально, когда начался отопительный сезон, мы прошли опрессовку, хотя трубы были в плачевнейшем состоянии. Пока же оренбуржцам предлагают потерпеть. Ремонтировать трубы будут весной. Юристы говорят, если в квартире было слишком холодно, можно сделать перерасчет за отопление. По нормативам в комнате не может быть холоднее 18 градусов, допустимая температура для кухни. Кухня туалета 18-24 градуса, для ванной 18-26. Почему в доме по проспекту Победы 144А эти нормы не соблюдаются? Теперь будут разбираться специалисты госжилинспекции. Оренбуржцы направили соответствующий запрос.